Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем сериал о свободе. Сегодня я хотел бы предложить еще одну формулировку свободы. Звучит она примерно так. Свобода – это подчинение высшему. В греческой философии речь шла о каких-то высших интересах, подчинении своих плотских, физических, материальных потребностей духовным. В основном данную формулировку поддерживали стоики, которые говорили о том, вернее, верили и свято чтили постулат о верховенстве духа над плотью. В нашем случае, когда мы говорим с позиции Писания, когда мы говорим с позиции бытия, существования Бога, речь идет о том, что свобода является добровольным подчинением себя Господу. Это относится как к христианскому пониманию свободы, так и к абсолютно любому теократическому мировоззрению. Следовательно, когда мы с вами говорим о свободе, у нас есть исключительно только один способ, одна возможность эту свободу реализовать. Это добровольно, взвешенно и обдуманно предать себя в руки Бога.